Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Давно у меня не было обзора моих растений. У меня оранжерея сейчас разбита на три части. Часть у меня находится дома. Вторая часть растений находится на моей летней веранде. И третья часть находится в бассейне. В этом видео решила объединить все свои участки и показать вам, как оставлены мои растения. Смотрите видео до конца, будет интересно. Хочу показать свои адениумы. Они у меня просто все. Посмотрите, сколько бутонов. И вот распускается такой цветочек красивый. Красота, конечно. Вот такой вот он у меня стоит. Такое тельце у него хорошее, могу сказать. Не стала я ему обрезать, оставила его таким. Но сейчас все адениумы у меня. Посмотрите, это тоже весь. Сколько на нем цветочков. Ну, он такие формы имеет красивые. Какой красавчик. Конечно, адениумы очень экзотично смотрятся. Даже с простыми такими цветочками. Вот такие толстожопики они. Это мадам Баттерфляй. В середине, но я не буду сорта называть, просто назвала вот один сорт. Она у меня цвела, а сейчас вот что-то отдыхает. Решила нарастить себе такую шапочку. Это тоже такой, имеет форму интересную. Тоже посмотрите весь. Посмотрите, сколько много бутонов. Любят, конечно, адениумы солнце. Если солнца им не хватает, то они не цветут. Это тоже такой смешной стоит. На нем тоже здесь бутончики заложил. Но это мои подростки. Днем у нас 30, ночью 19, и адениумы у меня ночуют здесь на улице. Но им хорошо, им нравится жара. Ну, покажу свои растения, которые находятся у меня на улице, на моей террасе. У нас похолодало. Здесь у меня стоят тюльпановые деревья, диплодения, мандарин мой огромный. Но здесь у меня красотка бугенвиллия, она у меня цветет с ранней весны и цветет уже середина июня. Даже уже чуть больше. Здесь у меня стоят цимбидиумы. Могу сказать, цимбидиумам очень нравится улица.
им нравится воздух, и как раз днем тепло, а ночью у нас вот сейчас даже и до 13 градусов опускалась температура. И я вижу, идет рост. Вот здесь с этой стороны хорошо видно, вот появляется новый рост. То есть все хорошо. Здесь у меня плюмбага радует своим цветением. Ну, это моя лавандочка. Очень люблю лаванду. Вот если ее поливаешь или просто рукой заденешь, сразу такой аромат. Обалдеть. Ну, кто любит, конечно, этот аромат. Это у меня трахилоспермум. Тоже он повился у меня вот по этой трубе. Я ему дала возможность такую. Он тоже цветет, но некоторые цветочки вот увядают и распускаются новые. То есть тоже очень вкусно пахнет. Покажу вам свою розу. Какая она у меня красотка. Смотрите, вот еще один бутон распускается. Огромные цветы. Такой кустик. Здесь покажу свои растения на веранде. Здесь вот у меня полочка стоит, и на ней расположились бугенвиллии. Такая красота свисает. Мне прям нравится, когда свисают такие ветки с цветами. Ну, с цветными предцветниками, если правильно сказать. Здесь у меня Дэша такой, весь лысенький, смотрите, но зато с цветочком. А здесь такая огромная ветка, которая, ну, не передает камера, на самом деле она огромная. Такая красота. Ну, это мой водопадик. Кто смотрит мои видео недавно, водопад я делала сама. Работает он у меня хорошо. Ничего не протекает. Абсолютно. Здесь тоже у меня стоят бугенвиллии. Цветут. Просто хочу еще с улицы показать, как выглядит вот эта ветка в бугенвиллии. Посмотрите. Вообще. А бутилон, как всегда, в своем репертуаре. Весь усыпанный цветами. Листьев мало, но зато цветем. Вот такая красота. Диплодении. Ну, диплодении, я могу сказать, у меня в этом году почему-то очень скудно цветут. Очень скудно. Даже та моя бордовая диплодения, которая цвела очень обильно, в этом году она просто отдыхает. Теперь заходим в дом. И вот такие гиганты вокруг. Монстера моя. Здесь филодендрон гетеровидный. Аквариум. Давно я его что-то не показывала. Все хорошо у нас. Рыбки все прекрасно себя чувствуют. Вот такой уголочек здесь у меня. Здесь я окно немножко разгрузила с бугенвиллиями. Но они все цветут, как вы видите. Ну, это кацо.
это мой Кацо, решил, что под музыку будет веселее. Папоротники мои. Кроссандра, как всегда. Посмотрите. Вся усыпана цветами. Очень нравится мне это растение. Но у меня уже кустик такой довольно-таки большой. Смотрите, прям кустик. И весь вот в таких оранжевых ярких цветах. Мои орхидеи тоже цветут, могу сказать, постоянно они у меня с цветами. Посмотрите, как красиво. Это мой кустик гордении. Очень такой размер, знаете, имеет. Я даже не могу, отошла вроде подальше. И все равно не могу его, чтобы он в кадр весь поместился. Она у меня цветет постоянно. Тоже у нее, смотрите, вот опять бутон. Монстера. Очень украшает она своими листьями, зелеными такими. Люблю такие огромные растения. Здесь у меня спатифилум. И здесь вот хочу показать, у меня появился фикус Али. Вот такое дерево. Я потом позже сниму отдельное про него видео. Вот у него рост такой хороший идет. Появляются свежие такие листочки. И стволик-то у него такой. Смотрите, какой ствол у него. Вон какой у нас стволик. Большой. Давно хотела себе такое дерево. Я ж люблю крупномеров. Что уже поставил дерево, оно стоит. И украшает. Ну, сейчас пойдемте дальше. Но это мой папоротник. Вот вы знаете, вот в ширину, я думаю, что где-то 1,80 м точно он листья свои раскинул на 1,80 м. И в длину они практически вот такие длинные висят. Практически до пола, наверное, скоро будут. Такая шапка у него пушистая. Красиво смотрится. Это мой фикус тоже большой. Драцена. Смотрите, сколько у нее там много. Смотрите, распушилась. Даже ствола не видно. Такая пушистенькая стоит. И здесь хочу с этой стороны полку показать. Вот смотрите, как красиво он обвивает полочку. Тоже нравится мне это растение. Такие веселенькие цветочки. Ну и, конечно же, бугенвиллия. Здесь у меня шифлера находится. Там тоже за ней стоит фикус. Антуриум. Антуриум белый, красный у меня в бассейне. Просто сейчас схожу еще в бассейне, покажу, что у меня там стоит. А здесь у меня еще шифлера большая вот такая вот.
мурая, фикус, кстати, который вот моя реанимашка, он прям с трудом прям, но обрастает. Видимо, ему совсем было плохо. Ну ничего, зато ствол такой имеем красивый. Ну здесь у меня бугенвиллия на полочке. Ну, конечно, мединила. Вот представляете, она у меня с ранней весны цветет и по сей день. Такая раскинулась красотка, очень большая, прям очень. Здесь хочу показать кофейное дерево свое. Оно у меня цвело. И сейчас вижу, что вроде как завязываются плодики. То есть будем собирать урожай кофе. Но когда они подрастут, я вам покажу обязательно. Такое. Ну хорошо очень оно выглядит. Прям вообще отлично. А здесь по соседству калладиум. Это мой новичок. Вот такие листочки мы нарастили. И там очень-очень много еще у него листиков. Смотрите, сколько. И вот по соседству стоит таберне Монтана. Она у меня была очень маленькая, я ее покупала. Смотрите, вот она выросла у меня вот такая вот. И у нее сколько много цветочков. Аромат, конечно, очень приятно пахнет. Калатея после пересадки чувствует себя тоже очень хорошо. Стоит она у меня на поддоне, на керамзите. Я туда добавляю водичку, чтобы влажность воздуха была. И все отлично. Там появляются у нее уже молодые листики. То есть все хорошо, растем. И моя стрелиция тоже чувствует себя отлично. Листья просто лопухи у нее. Очень большие. Но пока вот не вижу, чтобы она у меня зацвела, конечно. Но думаю, что все впереди. Листья, конечно, у нее вообще огромные. Монстера моя с варигатными листьями. Тоже так, ну, хорошо подросла. Выпускает мне листочки. Такие красивые. Ну, больше, конечно, зелени. Но я думаю, ничего страшного. Так тоже красиво. Видимо, они все-таки разные бывают. Где-то больше белых листьев, где-то меньше. Это мой большой фикус. Посмотрите, листочков сколько молодых. И как это красиво смотрится вообще. Ну, здесь сейчас я вам покажу. Кацо, мой красавчик, да, мой красавчик, ну спой что-нибудь. Это мой гигант цикас, вымахал, конечно, вот представляете, вот в 50-литровом в горшке он у меня сидит. Нарастил такую себе макушку красивую. Такие листья все хорошие. Вообще, конечно, очень-очень красиво смотрится. Ну, а теперь пойдемте. Тоже аквариум среди растений. Тоже так прям классно смотрится. Мне прям нравится. Ну, здесь у меня в гладильной комнатке. Здесь у меня на окне, могу сказать, детский сад находится. Здесь вот черенки растут от моего стефанотиса. Вот один такой вот сидит, а второй вот у нас вот такой вот вырос. Вон какой.
Я его закручиваю. И вот там смотрю, мне кажется, он цвести собрался. Здесь у меня кроссандра красная. И хочу показать в своей ванной комнате. У меня тоже здесь много растений. Начнем с окна. Здесь мои глоксинии. Хоечки. Бугенвиллия. С одной стороны хоя, с противоположной. В общем, красота. Тоже давно не показывала. Им тут вообще нравится, конечно. И здесь у меня бугенвиллия. Ну а сейчас пойдемте в бассейн. Покажу вам оставшиеся мои растения. Ну это мы зашли в мой бассейн. Здесь у меня тоже такие гиганты стоят. Только один фанбан, он вообще, ну, просто огромный. Он сейчас в доме вообще никак не поместится. Он вообще никак не поместится. У него очень огромные листья, красивые. Очень декоративный вид имеет. Здесь у меня антуриум. Антуриуму, конечно, очень нравится здесь. Да всем растениям здесь нравится, в принципе. Здесь же влажно, светло. Все, что нужно для растений. Ну, это у меня филодендрон. Вообще покупала я его как карамель марбл. Так что я и буду его называть карамель марбл. Все равно же у него, видите, какие карамельки появляются красивые. Очень мне нравится. Листья большие. Края такие резные. Очень даже красиво смотрится. Но это мой папоротник платицериум. Я его тоже, он у меня рос на коряге, но он уже у меня так разросся, что мне пришлось его посадить вот так в горшочек. Здесь он тоже у меня стоит у бассейна. Спатифилум. Очень большой у меня этот куст спатифилума. Цветет. Там появляются еще цветочки. Ну, красота. Это у меня спатифилум сенсация. Посмотрите, просто там бутон такой большой. Сейчас я постараюсь его показать. О, посмотрите, какой. Ой, сейчас. Вот какой. Огромный. Просто огромный. Он от тяжести даже наклонился в сторону. А вот такой вот ракурс возьму. Смотрите, какой бутон у него. Вообще красота. Моя плюмерия. Тоже разрослась. Решила я ее тут сносить под душ. И кое-как я ее в дверной проем-то затолкала. Вообще очень большая. Но она у меня не цветет пока. Ну, она у меня цвела, но вот сейчас пока нет. Я думаю, что позже она зацветет все-таки. Здесь у меня авокадик. Он еще молодой у меня. Я его сама вырастила. Вот такой красавчик. Ну, это мой замиокулькас.
громадный просто. Листья у него, ну тоже красавец такой. Очень большой. Очень красиво смотрится. Но для него, конечно, нужно большое помещение. Здесь у меня юкка. Укорененная макушка вот растет, все хорошо. Драцена. И клеродендрум у Олича у меня здесь. Тоже решила его поставить в бассейн. Здесь у меня тоже филодендрон. Тоже маленький такой был. Тоже растет. Возле водички ему нравится, конечно. Это моя большая юбка, у которой я обрезала макушку и укоренила. И у нее, смотрите, растет три, прям хорошо развивается, три отростка. То есть вообще красотка. Это моя алоказия. Листья у нее очень большие. Сорт царя. И у меня появилась деточка у нее. Смотрите, маленькая деточка. Причем, когда я тут вот присыпала ее, перегноем решила, там еще есть деточка маленькая. Так что все хорошо. Но я не хочу отсаживать, я хочу, чтобы у меня здесь в горшке много листьев было. Они красивые такие. Большие. И на заднем плане у меня здесь дуранта. Ну, растения, конечно, здесь у меня балдеют. Вот такое видео получилось. Оранжерея, конечно, уже становится очень большой. Приходится очень много времени уделять растениям, потому что без этого никак. У меня есть очень много видео на канале, как я за ними ухаживаю, как поливаю, чем удобряю. Кому интересно, можете зайти на мой канал и посмотреть. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.